Хельмут, возьмите мальчика. Не уходи. Она сейчас очнется, и я буду продолжать. Барбара, принесите, пожалуйста, воды ей и мне. Если есть сердечные капли, влейте в стакан. Сколько ей надо капать? Не ей, а мне. Хорошо, сколько? Откуда я знаю? 10 или 30? Долго у них это продолжается? А сколько бы это продолжалось с вашей сестрой или с вашей матерью? Да, с моей матерью. Эти сволочи хотят быть чистенькими, а мне предлагают гнусность. Дайте спички. Я не курю. Барбара, захватите спички. Посмотрите-ка, она очнулась. У нее веко дергается. Я не разбираюсь в этом. Барбара, что вы там копаетесь? Какая грязь. Она не умерла? Барбара, посмотрите-ка. Нет, она дышит. Делайте с ней что-нибудь. Времени мало, там ждут. Да сделайте вы с ним что-нибудь, невозможно это слышать. Я же вам говорил, ребенок хочет есть. Что вы заладили, как попугай? Не думайте, что только у вас есть сердце. Разрешите мне унести отсюда ребенка. Тюн слушает. Да? Уйдите. Да. Нет еще пока. Вы думаете, это так просто? Ха, можем поменяться ролями. Когда он начал его допрашивать, молчит. Ах, они говорят, как друзья. Так пусть поговорят с этой подругой. А я позволю себе посмеяться. Кажется, она пришла в себя. Да, она пришла в себя. Давайте-ка ее посадим. Принесите ей воды. Бедняга, голодный. Не покормили мальчика. Ну ничего, сейчас придет мама и покормит тебя. Любишь поесть? А, ну еще бы, совсем не любишь. Скоро все будет хорошо. Придет мама, и ты вообще забудешь, как плачет. А ну-ка, хватит, хватит, хватит! Где была правда, там была правда. А сейчас вы начинаете бабьи игры. Не выйдет. Высунулись в мужское дело, и фокусы тут не проходят. Поднимите голову. А ну, поднимите голову! Ладно. Сейчас я позову Хельмута и открою окно. И тогда она откроет глаза, но уже будет поздно. Ну, надумали? Будем говорить. Я должна подумать. Нет у нас времени на раздумья. Я не знаю, что говорить. Вы ведь не хотите, чтобы я врала вам? Нет. Я не хочу, чтобы вы мне врали. Я хочу, чтобы вы мне сказали правду. Я сказала все, что знала. Так, ну хорошо. Я помогу вам, чтобы вы не чувствовали себя отступницей. Ясно.
Ну, какой смысл вам молчать? Будем говорить. Будешь говорить, сука, или будешь молчать? Хельмут! Хельмут! Сколько раз я тебя должен звать? Я тебя 20 раз должен звать! Но мальчик уснул. Плевать. Барбара, откройте дверь. Вот. 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 Нет. Смотри, ты этого хотела. Смотри! Смотри. Смотри. Ну? Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновение, мгновение, мгновение. У каждого мгновения свой резон. Свои колокола, своя отметина. Мгновенья раздают, кому позор, кому бесславие, а кому бессмертие. Из крохотных мгновений соткан дождь, течет с небес вода обыкновенная. И ты порой почти полжизни ждешь, когда оно придет в твоем мгновении. Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновение, 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 мгновение.